Здравствуйте! В эфире программа лицом к лицу, я ее ведущий Евгений Агарков. Украинский суд утвердил решение арбитражного суда ГАГИ по иску компании группы «Привата» потере имущества в Крыму. Апелляционный суд Киева признал решение международного арбитражного суда ГАГИ, которое было вынесено в мае этого года о взыскании с Российской Федерации компенсации за имущество, которое потеряли в Крыму группа «Приватбанка» и других компаний, у которых были активы в Крыму. Как это поможет получить компенсацию, будем говорить сегодня с юристом-международником Евгением Прониным. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Давайте попробуем разъяснить зрителю простыми словами, что означает это решение на практике с юридической точки зрения, что оно даст. Ну, решение Агасского трибунала – это решение Международного суда, которое нужно внедрить. Э интерпретировать на территории Украины, потому что по законодательству Украины и по позиции Украины и большинства э, стран цивилизованного мира Крым это территория Украины, чтобы имплементировать его на территории Украины нужно продублировать его решением, э, утверждением э, украинского суда, в данном mm -hmm. случае это Киевский апелляционный суд, поэтому это просто по сути, дубляж решения и его некая ратификация на территории Украины. Uh -huh. Несмотря на то, что у Украины есть договора с большинством международных судов и э, не требуется такая процедура. Это не тот случай, поэтому пошли путем утверждения через, через апелляционный суд города Киева. Решение Газского трибунала. Uh -huh. Хорошо. Итак, получается, согласно решению, 130 миллионов долларов э, должно быть компенсировано за недвижимость, которую компании потеряли в Крыму. 9 миллионов – это расходы на судебный процесс и проценты. Я так понимаю, что проценты должны выплачиваться какие-то ежегодно. Тут возникает вопрос, потому что вот ранее, когда было принято решение еще судом, там шла речь о сумме 159 миллионов долларов. В чем эта разница? Или потому что так получается в сумме где-то 140 миллионов, это потом будут компенсировать процентами или там все-таки какие-то есть юридические юридические нюансы? Почему сумма не совпадает? Есть заявленная сумма, в любом случае, та, которая хочет получить истец по иску. Тут даже не надо брать Международный газский трибунал, это можно пойти в любой районный суд, и желаемое не всегда совпадает с действительными. Действительно заявляют часто истец одну сумму, но для того и существует суд как некий арбитражный орган, для того, чтобы посчитать справедливая либо несправедливая, несправедливая сумма. И, как правило, по телу запрашиваемой суммы вопросов чаще всего нет, а есть вопросы как раз по Пунктам юридических услуг, как их оценивали, и по штрафным штрафным санкциям это э, пеня и другие виды штрафных санкций, которые были предусмотрены в иске. Я думаю, что именно в в этом процедурно не сошелся газский трибунал с позиции иса и сумма была э, но, но здесь речь вот о, о апелляционном суде я говорю, то есть газский я так понял постановил 159 миллионов, угу. а э, украинский апелляционный 140. А та же самая процедура мы должны угу. заявлять сумму расчетов, которые мы э, Желаем получить сумму расчетов, которую мы потратили при составлении иска, обслуживании этого иска, обслуживания исполнительной службы и так далее. Но опять-таки есть суд, и украинский суд в этом смысле не посчитал себе себя каким-то образом намного менее влиятельным, нежели Международный uh -huh. трибунал, а взял и предоставил такую сумму в конечном, иске, в конечном решении. Uh -huh. Uh -huh. Теперь главный вопрос. Как добиться компенсации этих денег? Потому что ну, Россия может просто взять и не отдать. Мы же не можем как-то, я не знаю, там, физически повлиять на данный момент. На самом деле, момент. в международном праве Российская Федерация, как и Украина, собственно, являются злостными нарушителями исполнения решений большинства международных судов. И вот буквально вчера я видел статистику, что Украина сейчас на первом месте по неисполнению денежных решений ЕСПЧ. Ну, это недавно человека. там скандал был по газовому Да, в том числе, поэтому... Но мы же его будем... Мин... О... Как это? Будем оспаривать это решение, я так понимаю. Но там есть причины определенные. Там, там есть причины и процедурные моменты, на основании которых можно оспаривать. Там есть нарушение норм материального и процессуального права. Но есть такая ментальная составляющая, что действительно страны постсоветского пространства не выполняют чаще всего решения международных судов, если можно их не выполнять, если это денежный вопрос, если это, там вопрос, допустим, отпустить э, политических заложников, либо э, передать какие-то там какую-то технику, либо материалы, еще куда не шло. А все, что касается денег, то, конечно же, не, не выполняют, и поэтому как правило, действует э, весь цивилизованный мир. Если Возможно, взыскание за счет активов в данном случае Российской Федерации на их территории либо на территории Украины, то они пытаются идти таким путем, то есть наложение ареста на активы, которые могут быть взысканы в рамках выполнения этого решения суда, что, собственно, происходит по суду Нефтегаза и Газпрома. Там угу. было наложение такого ареста, и это было холодным душем для Российской Федерации, для Газпрома в целом. Uh -huh. А в данном случае, вот где-то где месяцем ранее, было также решение апелляционного суда о наложении э ареста на дочки российских банков, помните, это да. в частности там Сбербанк, ВТБ и Проминвестбанк. А, в, вот это решение в, в контексте решения суда Гаги, оно может как-то сработать или это практически вот знаете вот эти решения апелляционного суда, которые вот э, сейчас мы о нем поговорили и которое было месяцем ранее у наложения ареста, они идентичны? Как раз э, такие решения чаще всего и срабатывают. Если есть действительно наложение ареста на имущество, которое находится на территории подконтрольной суду э, юрисдикции, который накладывал, собственно, арест, его реализация намного более простая и взыскание денег намного более является намного более простым. А если бы не было на что накладывать арест, то, конечно же, я думаю, что реализация была практически невозможная. Ну при этой политической ситуации, которая сейчас есть между Россией и Украиной, при этой власти, которая сейчас есть в, в Кремле, конечно же, никакой реализации речи не, не может быть. А в, хороший пример с дочерними банками, с дочерними предприятиями действительно за счет их, за счет их реализации можно выполнять решения любого суда и украинского и международного. Uh -huh. В данном случае а можем ли мы как-то компенсировать вот эту сумму за счет этих российских банков? Потому что, понимаете, там еще в чем нюанс? Там, получается, часть инвесторов в некоторых банках приличная, это иностранные инвесторы. То есть там не, не все 100% россияне. Это раздельный вопрос, конечно же, потому что Украина в своей конституции защищает право частной собственности. И если есть решение конкретное одного суда на наложение арестов на имущество и взысканий конкретно по этому делу, то тут, в принципе, вопросов быть не может. Если это наложение ареста одним судом по одному кейсу и взыскание за счет э, решения другого кейса, то я очень сомневаюсь, по крайней мере, Конституция это запрещает делать. Я очень сомневаюсь, что Украина, как страна, которая э, идет э, по э, пути установления цивилиз цивилиз цивилизованных э, принципов, вряд ли она будет поступать таким образом. Угу. Ну, в любом случае, то есть в случае чего это имущество, оно может быть там пере... ну, арестовано, перепродано да. и компенсировано. В порядке там... исполнительного производства, как это будет указано, да, как это указано в решении суда и в исполнительных листах. Скажите, как вы считаете, кроме в данном случае банков, есть ли у в Украине какие-то рычаги или какое-то имущество, которое может принадлежать РФ для того, чтобы компенсировать деньги? скажем вот той же группе приват по иску, Браге. конечно же, я знаю, что рассматривается вариант давления через э, на имущество лиц представителей Российской Федерации, которые тем или иным способом завязаны с классными кругами и с представителями э, Кремля. То есть это могут быть партнеры по бизнесу, конечно, бенефициары одних и тех же предприятий. Такое не совсем, наверное, где-то правовое давление, но вот за счет таких связок Украина все-таки попытается арестовать имущество, даже которое на первый взгляд как будто не принадлежит кому-то из членов там, правительства Российской Федерации либо правящей партии. Потому что ни для кого не секрет, что на территории Украины есть очень много имущества и очень много активов первых лиц Российской Федерации, Государственной Российской угу, Федерации. Угу. А э, вот еще такой вопрос, э, касаемо вот решений нашего апелляционного суда, возьмем двух решений. А есть ли у России шансы как-то обжаловать это решение, и как оно повлияет, э, ну, если уже решение ранее было принято ГААрским судом? Есть процедура обжалования, но насчет шансов, юристы всегда говорят 50 на 50, угу. но если быть открытым и честным, я думаю, что шансов нет. То есть процедура предусмотрена, а, а говорить о каких-то положительных прогнозах для Российской Федерации, мне кажется, не стоит. Угу. А почему вы так считаете? То есть есть уже ну, решение Международного суда, и это именно так повлияет? Очень весомое решение Международный суд. По сути, Киевский апелляционный суд, он только утверждал, артифицировал решение. Международный суд делал просто сумасшедшую, как он делает нечеловеческую работу по поводу составления всей доказательной базы. И пройдя процедуру Международного трибунала, Международного газского суда, у меня есть всегда очень много сомнений по поводу того, что такое решение можно обжаловать юридически, то есть прицепиться к каким-то Нарушением норм материального либо процессуального права угу. Ну, а это можно сделать хотя бы вот подать, допустим, операционный Проце процеду иск? Про процедур Процедурно можно пойти про через процедуру касации, действительно, и попытаться обжаловать решение. Никто не отменял Верховный суд украинский. У нас сейчас реформа судебной системы вместо вместо четырех э, планах судебной системы у нас три. Верховный суд, вместо кассационного, но тем не менее, как бы процедурно это все можно сделать, конечно. Угу. Это, этот э, шаг можно использовать, скажем так, для затягивания. Да, например, Как процессы. правило, этот шаг только для затягивания используется. То есть я, как юрист, шансов не вижу в этом. Я судьям мне тяжело, не судьям тяжело прогнозировать итог, но со своей субъективной стороны я считаю, что это можно использовать только как процедура затягивания процесса. А что это может дать? Вот это, это затягивание? Оно же, как правило, ничего не да... Или мне дает. Мне бы не хотелось бы прогнозировать, ради чего может Российская Федерация затягивать эти вещи, потому что, дай бог, чтобы это не, не были какие-то агрессивные меры. Хорошо. Евгений, еще одну тему, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить, это накануне вот наша Верховная Рада она обратилась к международному сообществу и попросила сохранить ограничения для Российской Федерации в парламентской ассамблее Совета Европы. Россия сейчас активно пытается вернуться туда, и вот, в частности 9 октября там будет голосование, которым, если примут определенные решения, то, соответственно, накладывать санкции на страны, которые как-либо провинились перед миром или еще перед кем-то, их станет очень сложно. По вашему мнению, если оценивать с юридической точки зрения, каковы шансы вернуться России в парламентскую ассамблею Совета в Европу, учитывая, что она сейчас пытается использовать разные рычаги давления, в том числе она пытается шантажировать парламентскую ассамблею тем, что они перестанут вносить туда финансовые, ну, деньги которая регулярно, там каждая страна, она делает взнос. Несмотря на то, что есть четкие процедуры исключения, либо возвращения страны в парламентскую ассамблею, а, все равно... Не первое место там играет юриспруденция, абсолютно не первое. Конечно же, это дипломатия и политика. И поэтому вы правильно э, обратили внимание на то, что Россия достаточно агрессивно себя ведет с точки зрения э, использования схем шантажа или еще каких-то э, непроцессуальных не рычагов. Поэтому тут тяжело оценить, в принципе, юриспруденцию в целом. Но мне кажется, что... Э, есть некая биполярность из Российской Федерации на одной стороне, да, и, как считается, большинство мира на другой стороне, которые друг другу не способствуют и которые друг друга пытаются исключить во всех моментах. Мне кажется, что, опять-таки, субъективное мнение, что у России мало шансов на то, чтобы вернуться даже за счет шантажного момента, типа, что они не будут платить там взносы какие-то. Не думаю, что это велика потеря для парламентской ассамблеи. Но в целом будем посмотреть, потому что мы же помним историю с большой восьмеркой, мы помним историю с другими конгломерациями, где Российская Федерация была исключена и каким способом она пыталась обратно вернуться. Поэтому тут стоит только гадать. Угу. А да. Скажите, вот Украина, допустим, намерена поставить вопрос о пересмотре сотрудничества с Ассамблеей, если будет вот принято решение в пользу Москвы. Каким образом, ну это мы можем пересмотреть вопрос сотрудничества. Я, честно говоря, не очень тоже понимаю, потому что, ну, украинская сторона должна в любом случае реагировать на любые выпады э, Российской Федерации на международной арене. И э, такая реакция иногда бывает поспешной, такая реакция иногда бывает таковой, которая не вызывает надлежащего эффекта, да, вот потому что, говорить о том, что Украина пересмотрит, ну, достаточно так, водянистое понятие, что Украина пересмотрит. Ну, то есть, я так понимаю, что это скорее заявление для того, чтобы э, в вы... Ассамблея обратили внимание. Да, обратили на то, внимание, что... задумались, возможно, испугнулись. Я думаю, что только такая мотивация, и она абсолютно логичная. Спасибо большое, Евгений, за четкие разъяснения. У нас в гостях был юрист международник Евгений Пронин. Я Евгений Агарков, прощаюсь с вами до следующего эфира на телеканале UA-TV.